all Russian players, but also all the other players, actually, not only Russian players, having played in the World Cup 2014, were tested by FIFA outside of Russia, or even not by FIFA, but by WADA-accredited laboratories, the one in Lausanne in particular. Около там 50 человек различных там привлечены к ответственности, уволены, отстранены. Если есть какие-то факты, в Российской Федерации позиция очень жесткая. Нам не нужны победы. Последнее вам скажу, мы не для этого инвестируем колоссальные деньги в развитие спорта, инфраструктуры, чтобы потом каким-то жульническим путем какую-то там медалюшку эту лишнюю отвоевать. Россия давно уже ушла от этого. Наша цель и задача – вовлечь миллионы людей в занятия спорта. Я очень рад вас приветствовать в Санкт-Петербурге. Накануне финального... Все клубы открыты. Приезжайте извне, внутри, контролируйте. Как мы еще можем? Если только в танце я могу передать вам что-нибудь. Понимаете, вот я не знаю, что мы еще должны сделать. Вот мы открыты. Абсолютно. И хочу вам сказать, что российский спорт сегодня, он входит в элиту, он топовый спорт. И давайте все-таки будем к чему-то хотя бы доверять. Потому что система допинг-контроля... Она не позволяет системной манипуляции. Неужели вы это не понимаете? Наши спортсмены, даже в легкой атлетике, которые лишены права сейчас выступать под своим флагом, они бесконечно тестируются. One is English, two is Russian.